Добрым утром! Меня зовут Александр Дмитриев. Готовим с Redmond. Раньше наши бабушки и мамы каждому празднику, а то и по выходным, сами готовили торты и пирожные. Сейчас все гораздо проще, и готовое можно купить в ближайшем магазине. Но поверьте, ничто не сравнится с ароматом домашней выпечки. И по этому поводу я буду сегодня готовить домашний брауни. В отдельной миске я буду смешивать муку, какао, небольшое количество соли. Да, именно соли. Почему? Потому что она очень хорошо усиливает вкус шоколада. Размешиваю до однородного состояния. В чашу миксера пересыпаю сахар. Добавляю яйца. Далее яйца с сахаром буду взбивать в миксере при помощи насадки венчик. Планетарный миксер Redmond может замешивать тесто, взбивать и перемешивать продукты. Насадка двигается по кругу, одновременно вращаясь и раскачиваясь, что позволяет получить идеально однородную смесь. А цельнометаллический корпус гарантирует надежность и долгий срок службы. Во взбитые яйца с сахаром добавляю растопленное сливочное масло. Буду перемешивать 2 минутки на максимальной скорости. К взбитым яйцам с сахаром добавляю сухую смесь. И буду замешивать на минимальной скорости. Добавлю брауни, измельченный грецкий орех. А шоколад я порублю, и эти кусочки придадут брауни более насыщенный вкус. Добавляю шоколад и орехи в тесто. Распределяю тесто по форме и отправляю в разогретый гриль на 20 минут. Порадуйте себя и своих близких домашней выпечкой, тем более брауни с легкостью готовятся. Приятного аппетита! Готовьте вместе с Redmond!